Это вот минеральный источник, который бьет из-под земли 70 градусов по травертинам. Вот он. Сделаны травертины специально, чтобы вода остужалась, когда будет спускаться вниз в бассейн. Но тут люди тоже сидят. Чем ближе к этому фонтанчику, тем кричи. Ой, вода. Сейчас жалко, нет людей. Потом сфоткаю, когда тут люди сидят. Очень занятно получается. Вот такие травертины. С каждой травертины вниз вода холоднее и холоднее. Но на самом деле тут очень горячо. Тут я вообще не могу сидеть. Только если вот самый-самый нижний травертине. И все это на фоне гор живописных. Погода тут, как всегда, необыкновенная. Плюс 28 показывает градусник, но, скорее всего, может быть, попрохладнее, иначе бы померла. Все-таки он у воды горячий. Сейчас полезет тетенька, и я ее сфоткаю. И вот такой вид сверху. Сегодня у нас Кара-Хаити. Это место, где я нахожусь, Турция. Вода отсюда стекает вниз, я покажу вам потом. Так, вот я закончила на этом месте. Вот фонтанчик. Теперь как это будет идти вниз? Вот. Тут получается тропический душ. Это самый нижний бассейн с минеральной водой. Тут я могу находиться, он очень приятный. И вот это вот все как тропический душ. Ты стоишь, и тебе массируют плечи, можно голову поставить, он достаточно мягкий. Вот тут находится тоже непосредственно фитнес-центра. Там тоже находится внутри термальный бассейн, и когда холодная погода, там есть лежаки, можно полежать, сауны, бани, турецкие бани, души, в общем, все предусмотрено. Все для людей. И вон там вот я лежу, если видите, рыжее полотенце. Ну, скоро пойду купаться.